Сибая подписали дорожную карту по строительству детского круглогодичного комплекса «Шифа». Объем инвестиций в проект оценивается почти в 3,5 миллиарда рублей. Около 800 миллионов расходов берет на себя республика. Проект нового комплекса представили на площадке детского лагеря. Общая площадь помещений, куда войдут жилые комнаты и образовательные классы, спортивные залы, столовые и так далее, составит более 20 тысяч квадратных метров. Андрей Назаров предложил подумать над доработкой концепции проекта и созданием дополнительных функциональных зон. Сверху смотрим красота, если это сверху как бы не видим, а обычно сверху не видим, да, поэтому эту красоту продолжать эти линии не нужно. Просто нужно здесь создать, ну, функциональную, как бы, зону. Да, функциональную зону. Если нам нужны эти дорожки, их надо развести не по центру, да? Проект реализуется совместно с компанией «Системная концессия», которая берет на себя большую часть расходов по строительству объекта. Также на площадке договорились создать еще один оздоровительный комплекс для взрослых рядом с лагерем «Шифа». Премьер-министр поставил задачу разработать план строительства в течение полутора месяцев. Когда было одобрение на первом инвестчасе, была договоренность, что это будет детский реабилитационный центр. Сейчас как бы эта идея трансформируется, я считаю, что это абсолютно правильно. То есть это более востребованная будет история с точки зрения комплексного отдыха детей и взрослых. Мы пока еще не знаем до конца, как это будет выглядеть, в каких технико-экономических показателях это будет, но уверены, что это будет успешный проект. Также Андрей Назаров принял участие в бизнес-завтраке Башкирского отделения Ассамблеи народов Евразии. Участники встречи, в том числе из Италии и стран Африки, высказали убежденность в отсутствии перспектив западных санкций и намерение по углублению работы с российским бизнесом.